нравилось ходить на демонстрации. Сначала мы ходили туда с родителями. Мы куда-то долго-долго шли, туда, где строились большие колонны. Всем руководил какой-то мужик, обязательно в шляпе. Он раздавал такие большие портреты на длинных палках или транспаранты. Обязательно что-то из этого добра перепадало моему отцу. А мне доставались разговоры. Такие настоящие, взрослые. Если повезет, то с матерком. Для меня эти разговоры, собственно, и были тем самым, что манило меня на эти демонстрации. Ну где бы я такие услышал? Дома-то отец все больше возился со своими детальками и приборчиками. Да и вообще, в конце концов, дома отец был отцом. А вот здесь, на демонстрации, среди своих сослуживцев, друзей по работе, мне казалось, как будто бы это даже не отец мой вовсе, а какой-то незнакомый посторонний дядька, такой смешной и забавный. Мне тоже что-то перепадало нести. Да оно потому и называлось демонстрация, что там просто так идти нельзя было. Нужно было обязательно что-нибудь демонстрировать. Чаще всего мне давалась такая длинная, выше меня ростом, палка с приколотыми на ней бумажными цветочками. На самом верху болталась ленточка. Конечно, эти цветы никак не делали мой транспарант сильно мужественным. Но там, на самом верху, были привязаны три разноцветных воздушных шара. И ты идешь весь в предвкушении момента, когда можно будет дойти до конца, быстро-быстро избавиться от этих бумажных цветов, отвязать ленточку, положить в карман, отвязать шарики. И тогда, во-первых, у тебя будет новенький деревянный отличный меч и целых три воздушных шара. А зачем нормальному ребенку сразу три шарика? Да незачем. Поэтому те, что похуже, можно сразу же громко лопнуть. А вот и оставшиеся резиновые тряпочки еще долго можно использовать, надувая такие маленькие пузырики. Они очень смешно, такие не больно лопались о чужие головы. Став чуть постарше, демонстрации обрели какой-то новый смысл. Для нас это стало, своего рода, что ли, охота или партизанская война. И мишенями остались все те же воздушные шарики. Только теперь по ним нужно было пулять. Для этого у каждого в руке был специально заготовлен самострел. Настоящее шпионское оружие. Потому что умещался в одной руке. Стрелял такими маленькими скобками и отлично мог даже кого-нибудь поранить на расстоянии метров даже 10. Но наши мишени это были шарики у девчонок соседних классов или у малышни. И вот так вот всю дорогу стреляя чужие, охраняя свои. Варвары! Став взрослым, я все равно сохранил какое-то такое вот особенное, трепетное чувство к этим самым воздушным шарикам. Хотя ведь, если подумать, то в них-то ничего нет. Нет, есть воздух, и то это не воздух, а углекислый газ, который мы выдыхаем. Но если задуматься, то это же не просто углекислый газ. Это твое дыхание. Дух, получивший форму, или форма, обретшая душу. Мы, взрослые, часто ступая на детскую территорию, пытаемся населить каким-то своим взрослым, особенным смыслом те предметы, которые
который для ребенка ну не более чем вещь, с которой можно что-то сделать или нельзя. Я однажды послушал разговор, ссорились два вот таких мальчишки. Дрались из-за одного шарика, видимо, у одного уже лопнул, но хотел отнять у другого. И когда понял, что ему это не удастся, он так демонстративно отвернувшись и напустив на себя равнодушный вид, сказал: «Подумай, это всего лишь воздушный шарик». На что тот другой мальчишка сказал: «Нет, это не простой воздушный шарик. В этом шарике зайдет пах». А я бы сейчас сказал это, а сам подумал: а того ли паха я тогда имел в виду? С воздушным шариком луны земля выходит на прогулку, и по ночному переулку она цветны дарит сны. Комета яркая слеза светила млечные борозды, и обезумевшие звезды балдели, выпучив глаза. Но тише, тише, не спугните блажь, подаренную свыше. Паутиновые нити сна, невидимые нити, умоляю, не порвите. И вы, донцовывая шаг с кокетливым и детским видом, поправив шляпку Антарктиды, земля ступала и не спеша, и все за ней кружилось в такт. А я, сбежавший из пеленок, такой же в сущности ребенок, балдел, закрыть не в силах рта. Но тише, тише, и не спугните блажь, подаренную свыше. Паутиновые нити сна, невидимые нити, умоляю, не порвите. Тише, тише. Как часто падал я, устав от колыбельных и бессонниц, и от любви, и от поклонниц, дарящих похоть на устах, и от беспесенных ночей, как после всеношной попойки, бессильно падая у койки, пропавший ладаном свечей. И лишь тогда являлись сны, и видел я, как континентно земля кружила по вселенной, земля кружила по вселенной с воздушным шариком луны. А лишь заря коснулась крыши, и сторож выключил фонарик, шарик просил родителей. На том конце города, весь замотанный пледами и укутанный шарфами, а на другом конце того же города молодые артисты учились вращать на вытянутых руках большие надувные мячи. Получалось еще не у всех одинаково хорошо, но уже получалось. Тем человеком был Леонид Янгибаров, актер, клоун, мим. А те артисты, это были его артисты. И это был финал его номера, точнее финал большой программы о похождениях маленького человека. Еще совсем скоро и эти некрасивые тренировочные мячи заменят на другие. Это будут 10 или 12 больших глобусов. 10 или 12 планет
вертящихся одновременно на вытянутых руках. На одном конце города сбывалась его мечта, а на другом сам мечтатель умирал от банальной ангины. Когда ему не давали выступать, он писал. Такие маленькие рассказики, совсем крошечные. Она его любила. Она знала, что он самый искусный Тореро. Он лучше всех владел мулетой, а сверкающая шпага казалась продолжением его гибкой руки. И хотя он был самым ловким и сильным, самым быстрым и бесстрашным, он так и не смог стать знаменитым матадором. Для матадора он не умел главного. Он не умел убивать. И за это она его любила. В его дневнике есть удивительная запись. В цирке люди делают сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятком предметов, еще стоят при этом на руках. И этому, я утверждаю, особенно трудно научиться. И сложно это не только потому, что потом по ночам у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью глаза. Все это, конечно, тяжело. И все-таки это рано или поздно забывается. Вот только одно никогда не забудется. Это когда ты стоишь на двух руках. Затем медленно отрываешь от пола одну руку. И вдруг понимаешь, что на твоей ладони лежит земной шар. Шут, артист, бродяга, пилигрим, вслед за ним молчание сохраним. На арене цирка клоун мим, нищий сын старухи пантомимы. Злым лучом прожектор плавит грим, минным полем грохот из оваций. Начинай! Все уже горим и готовы хохотом взорваться. На хоть слово, хоть полслова там мы подхватим, повторим. Да знаем, что молчание золото. Ну давай поговорим. Шут, артист, бродяга, перед ним весь оркестр потеет от натуги, но хранит молчание клоун мим. За него рассказывают руки, вот они как стебли за спиной, вот уже как крылья херувима. Слушайте, он что, глухонемой? Ох, и понт у этого, у мима. Метр с кепкою от полута, а гляди, куда парим. Да пробу нам с такого золота, ну давай поговорим. Шут, артист, бродяга, новый круг, обойдя и оказавшись рядом, дарит нам любовь из первых рук, прямо в душу проникая взглядом. От своей немыслимой возни, то ли в блестках, то ли в каплях вода. Да, смешно, но только черт возьми, отчего же плакать так охота? Ох, упрямого посолу ты, но скорее рухнет Рим. Чем мы примем это золото? Ну давай поговорим. Шут, артист, бродяг, только с ним. Что-то вдруг случилось в бледном гриме.
На ковер свалился клоун мим, загрев последний пантомим. И в тиши, проделывая брешь, ложи оглушая тайготы, сердце отпевало о манеж громко недосказанные что-то. А когда подуло холодно, стало ясно всем сполна, что куда почище золота, замолчали цена. Шут, артист, бродяга, только нет, это все неверно и убого. Молчаливый клоун, он поэт, он молчал таким высоким слогом. А вот тебе и сказка, братьев Гримм, на ночь у остывшего камина. На арене жизни клоун мим, даже смерть пройти и в силах мимо. За которого он вчера. А может, и не пронзит. А может, и не наткнется. Да какая, по сути, разница, ведь все равно уже ничего не изменится. Вот только иногда, когда
куда-нибудь сильно торопишься и понимаешь, что не успеваешь, или наоборот, никуда не хочется идти, но знаешь, что надо, делается как-то не по себе, от ощущения, что а вдруг это не ты? Вдруг это кто-то там? Ну там, за тебя. Ну вы поняли, к чему я клоню. Дороги, качаясь в так качавшихся обочин, и вдруг перед собой увидел Бога. И Богу в тот день я был не очень, а он стоял во всем каком-то белом. И, кстати, между прочим, не крестился. Вино в мозгу немножечко гудело, но я в тот день, ей-богу, не напился. Я осмелел и подошел вплотную, а он мне так беззлобно улыбался, что сразу я расчувствовался, ну и с ним крепко и в засос расцеловался. Мы поняли друг друга с полуслова. Господь, что надо, не чета потомству. Представились, облобызались снова и скинулись, чтоб, в смысле, знакомства. Чтоб дяди нас не трогали, и тети, мы спрятались под детский павильон. И Бог сказал, неправильно живете, и преломил надкушенный поддон. И его я попытался успокоить, сказал, чтоб он не сильно огорчался, сказал, что жизнь дерьмой, все такое. А он мне так беззлобно улыбался, сорвался я на самой верхней ноте, глаза в глаза, а ну скажи, а ну-ка. И Бог сказал, неправильно живете, а жизнь замечательная штука. Он словно разговаривал глазами, а я сидел как бы посажен на кол, и утирая слезы волосами, заплакал Бог, и я чуть-чуть заплакал. А все вокруг кружилось и вертелось, и в воздухе почувствовалась осень, и говорить ужасно не хотелось. Хотелось жить и пить, хотелось бросить. Очнулся я на утро у порога, такое для меня, увы, не ново. Как же так? Да елки-палки, да вчера я точно встретил. Бог. Так почему же сегодня так хреново? Если бы я справился бы со всеми задачами, достиг бы всех поставленных целей, и у меня еще оставалось бы время, я бы, усевшись где-нибудь поудобней, просто сидел бы и пускал бы мыльные пузыри. Ну а правда, ну чем не занятие в мире сбывшихся надежд? Я бы просто пускал и любовался ими такими разными, большими, маленькими, легкими, как ветер, и тяжелыми, как дождевые облака. Наблюдал бы игру цвета и света. Мне кажется, что пускание мыльных пузырей – это самый быстрый и самый счастливый путь от
вложенного тобой труда до любования полученным результатом. Но только сомневаюсь, справлюсь ли я когда-нибудь со всеми делами, достигну ли я когда-нибудь всех поставленных целей. Кем быть? Твоя мечта? Я не помню, что я тогда писал, но я до сих пор помню то чувство и то ощущение, с которым это все писалось. Я 100 лет не заглядывал в свой детский альбом и не рассматривал детских фотографий. И еще, наверное, столько же не буду. Почему? Не знаю. Боюсь. Стесняюсь. Наверное, больше всего на свете мне сейчас не хотелось бы встретиться глазами мне нынешнему с собою тогдашнему. И, наверное, когда я справлюсь со всеми делами и достигну всех поставленных целей, если у меня еще останется немного времени, то прежде чем пускать мыльные пузыри, я раскрою свой детский альбом и все-таки посмотрю себе в глаза. Совсем другое кино. Да нет, ну при чем? Канал ностальгия, тот же двор, те же качели, даже я лавочки. Но пацаны за столиком совсем другие. Где те, кого мама с балкона звала? Кто ушел навсегда, кто прилег на диванчик, но все такой же у ножки стола. Каждое лето цветет одуванчик. Мечта моя 33 года в пути, а он все такой же, святой и звездный. Боже, чего же ты ждешь? Лети отсюда куда-нибудь, пока не поздно. Пили, глупили, курили дурь, черт знает что, и бог весть что творили. Порою сами толком не знали, что имели в виду, когда кое-какие слова говорили. Вместе лечили больного пса, вместе лупили слепую ворону, в уши пыталась пролезть попса, но мы умели держать оборону. Время все эти мечты не приди, и в глаза не бросайся сажей. Давай, одуванчик родной, лети, мы еще всем с тобой покажем за окнами. Совсем другое кино и другой формат, и другая пленка, ну и кто же? Скажи мне тому виной, что давно не за нами ведется съемка. Те, с кем смертельную вел вражду, теперь со многими дружим даже. Но иногда почему-то жду, что кто-то нет-нет, возьмет, скажет: Серега, тащи отца до метро, а выводи погулять. Боксера за окнами совсем другое кино, но узнается рука режиссера. Новые карты колода задала, правила те же и нет размена. Тот же двор, те же качели, но ножки стола, свежий след от ноги небольшого размера. Стали, словно и стали лупы, и давно все мечты уже сбыты. Лети, одуванчик мой,
зазвучала бы музыка, і по екрану поплили би титри. І там були б слова в ролях, в главних ролях, в епізодах. Оператор, художник, постановщик, і напротив кожного слова в моєму фільмі стояли би конкретные имена. Это были бы имена моих родителей. Имена родителей моих родителей. Мои друзья. Те, с кем не общался уже много-много времени и с кем дружен по сей день. Все бы строчки были бы заполнены, только напротив слова «главный режиссер» место пустовало бы. Ну, по крайней мере, пока. Сейчас зазвучит музыка. И если закрыть глаза и представить, то у каждого на его экране поплывут его титры. И в этих титрах уже будут ваши собственные имена.